Здравия желаю. Сегодня, значит, продолжаем опыты с галогенкой. То есть со светом мы разобрались. Теперь же дело отопление надо наладить бесплатное. Вот сделал это импульсная галогенка. То есть работает импульсом, видите? Не успевает остыть. При этом ток берет. Импульс берет и возвращает тут же назад в сеть. Вот. Быстро это происходит, поэтому нагрев хороший. Остыть она не успевает. То есть вполне можно применять для отопления. Конечно, увеличив мощность. Но главное, что использовать вот этот метод. Как видите, счетчик отходит чуть вперед. Вы на счетчике, ну, в общем-то, кажется, стоит. На счетчике вы не увидите процесс. А вот на амперметре увидите процесс, что происходит. Видите? Подается 0,2, 0,3, 0,2, 0,1, когда как. Подается ток и тут же возвращает назад. Видите, импульсная. То есть это схему можно применять. Импульсная галогенка с возвратом тока назад. Вот как видите. Берет и возвращает. А в общем, как видите, по счетчику получается ноль. Но тепло выдается. Правда, небольшое пока. Но это с галогенкой еще, как говорится, на работе работать. Со светом-то уже вышло все. То есть свет есть. А с галогенками, с отоплением еще надо работать. Ну, будем дальше работать. Я думаю, все получится. Должны запчасти подойти, там будет легче. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и исполнения всех желаний. И враг будет разбит, и победа будет за нами.